С вами канал 24, ребят. Сегодня очередной обзор мода, который называется Western Star, который новый Western Star 49X. Увидел мод, якобы кастом на Western Star, якобы плюхи добавления, ну, видели по самому фону, да? Меня очень сильно заинтересовал этот данный мод, что какие же можно было добавить плюхи, так сказать. Давайте смотреть. Давайте возьмем такой интересный. Я понимаю, это же он? Ну да, это он, все верно. Только почему-то он у меня... Ладно, смотрим. Кабина. Понятно. Здесь у нас лейкап и слиппер-кап. По шасси. Низко-высоко. 8.4 стандартно было, не спорю. По двигателям все, я как понял, что такой стоит детройтовский дизель. Надо пересмотреть тот обзор, я не помню, честно не вспомню. По трансмиссии 10, 13, 18, 6, 7. По интерьеру. Тот Вестер у меня шел под ЕТС-ку. Ладно. Ну, это все понятно, все собственные скины, ой, дефолтные скины. Я так понял, что он может быть где-то... Это уже, в принципе, я видел все, как бы, без проблем. Давайте смотреть. Много, конечно, таких интересных... Ну, ладно. Что там интересного, не знаю. Так, добавление у нас бампера, я так понял, различного, да? То есть на цвет и вкус ваш, он, пожалуйста, красный, плюс, да, вот они все, поворотники, ближние, я так понял, да? Давайте поворотники возьмем, допустим, мы поставим вот сюда и сюда, как это будет выглядеть? Просто ради принципа. Мы сейчас ставим ради принципа. Блин, вот нахрена это сделать? А, все нормально. Решетки меняются под цвет. Это все было. Хром головной. Так, покупаем. Типа подкраску. Свет. Да. Ага, несколько есть у нас этих козырьков. Козырьков несколько есть. Ой, слушай, ну это прикольно, мне нравится. Давайте, ладно, давайте, знаете, мне какой... Не, ну высоко, вот этот. Здесь мы можем так же. Хорошо, ставим. Здесь было. Здесь у нас что? Тоже подкраску. Здесь под хром, типа, кладки, да? Ага. Также есть у нас... удлиненные и боковые юбки, грубо говоря, да? Что мы здесь можем добавить? Тоже свет и так далее. Я понял. Хорошо. Здесь бы то же самое. Я так понял, что добавление всяких таких плюх, я так понял, да? Давайте, что мы... R назад. Вперед. Хорошо. Блин, ну это долго, конечно. Давайте мы, допустим, посередине поставим М-ку. Здесь мы возьмем. Так. Получается у нас. Ой, а чё? То есть получается у нас. Ой, нет, сюда. Давайте так.
Хорошо, хорошо. Внутри что? Ё-моё. Ядрецкий тепло. Ну ладно. Не, ну это если на самом деле круто. Мне нравится. Передние зеркала, стандартную табличку. Ну, перефразировали, конечно, данный мод. Если честно, КПП даже встречается. И то можно оставить любой с этой вкусной, да? Что это такое? Так. Ладно, давайте смотреть, что мы сотворили, какую фигню. Просто я увидел сейчас моде, что якобы перефразили, ну, переделали, не переделали, типа, да, кастом его можно сделать нормально. Я тут вспоминаю, если это на самом деле все так, как было, когда перекомментировали, ну, сделали по ДДЭ, под ЕТС-ку, я думаю, если все те же самые пайнты и так далее, вот это все добавление, если на самом деле в Америке, также, думаю, значит, здесь должно все так же быть. Так, ладно, завод. Звук, понятно, стандартный. Давайте мы смотрим. Во-первых, посмотрим сразу поворотника. Анимация вы знаете, в принципе, да, какой. Все это из анимации, все это присутствует. Звука, к сожалению, нету. Почему нету звука? Почему у нас камера трясется? Реально, звуков нету. Звук про... Нету звука. Здесь. Ага, вот так вот. Все-таки показывается нам назад. Работа вперед. Вот так. Это мой косяк. Извините, ребята. Извините, мой косяк. Но я, в принципе, проверяю. Я понял. Хорошо, хорошо. Все работает, да? Свет сзади работает. Да, значит, во-первых, нету звуков поворотников, это раз, почему? Непонятно. А так, в принципе, анимация поворотников, кстати, нету. Поворотников, то есть. Ох, ни хрена себе, он еще и ругается. А, нет, есть, есть. Такой обзорчик, да, ну в плане чего, это добавили под ETS-ку Western новый, теперь вы более можете ему добавить, так сказать, большой, прибольшой вид, сделать себе прям много светильников и так далее. А, кстати, ну-ка, кстати, да, все работает. И, кстати, добавить всякого-всякого-всякого себе и кататься аж от души. Я просто увидел и решил вам, так сказать, забацать, посмотреть с вами, прежде всего с вами, соответственно, посмотреть, что там и так далее. С вами канал 24, всем пока, всем удачи, спокойной ночи, ложитесь, отдыхайте, подписывайтесь на канал 23, делаем 25, буду очень сильно благодарен. Обзоры сегодня уже, к сожалению, не будут, с завтрашнего дня уже будут обзоры, после работы приду уже, время будет много, свободно, соответственно, все это будет обязательно. И скажу еще. Видео, рассказ о себе и так далее будет обязательно. Не забывайте, я это не забуду это никогда. Сделаю обязательно. Просто не хватает время. Ну скажите, подожди, тебе же времени не хватает, а на обзоры делаешь. Вот. И на обзоры всегда хватает, а на так нет, ребят. Потому что с работы прихожу, я уставший, во-первых, и, соответственно, сразу сажусь делать вам обзоры. Что из нового вышло? Потому что очень интересно все-таки сделать обзоры, выложить и смотрите. Ладно, с вами канал 24, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал.